В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в округе устанавливают новые памятники. Жители Андига в минувшие выходные встречали гостей на торжественном открытии обелиска. Вместе с членами землячества на большой праздник маленькой деревни отправилась Валентина Чибичек. Этот обелиск – единственный в округе, поименно увековечивший каждого ветерана Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Именно на этом месте осенью 1941 года все мужчины Андига собрались вместе в последний раз. Больше 30 из них не вернулись. На трех мраморных плитах значится более 300 имен коренных жителей Андига. Это и фронтовики, и сельчане, работавшие на благо Родины во время войны. Запечатлеть каждого героя в памяти деревни оказалось совсем непросто. Их поиском вот уже более 30 лет занимается Вера Буркова. Под руководством учителя географии восстановлены имена почти 60 погибших, включая переселенцев. Создали группу, вот эта группа ребят из моего класса. Начали обходить дома, так, собирать материалы. Нам сначала их не давали, естественно, потому что, говорят, уже начинали свое время. И некоторые документы не вернули. Но вот нам как-то удалось их-то переломить. Сегодня краевед продолжает поиски захоронений и имен неназванных героев. В местах боевой славы Карелии, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях бывало не раз. Каждый год с маленьких экспедиций приводит ценный материал, который ложится в основу таких монументов. Первый памятник погибшим жителям Андига содержал 30 имен и был сделан из листового железа. Идея приобрести новый памятный знак пришла, когда список расширился. Я про себя-то думаю, эти люди, они заслужили увековечивание памяти не на каком-то железном листе, а на нормальной гранитной плите. Потому что они сильные духом, и чтобы они долго о них помнили. Примечательно, что строил и устанавливал ограду и плиты внук одной из работниц колхоза Виктор Хабаров. В прошлом году ушел из жизни последний участник Великой Отечественной. Теперь только этот небольшой огороженный участок на краю поселка будет связывать поколения разных времен. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни в годы военного летолетия. Тех, кто трудился не щадя живота своего на благо нашей Родины. И выражаем слова самой искренней благодарности тем неравнодушным людям, которые сегодня закрепили эту память вот в этом прекрасном монументе. Несмотря на сложности с финансированием проекта, его удалось воплотить в жизнь. Так, стараниями неравнодушных людей округ приобрел еще один памятник самому бескорыстному поколению 20 века. Валентина Чибичек, Александр Усачев, телеканал «Север».